это супербой, на кону 150 тысяч рублей. А драться черный папа будет против нашего любимчика Василия Пельменя Комоцкого. Мой пес отосрет хуй резко сейчас. Ты не прав, брат, я его на бой вызываю. Давай, бери, да, дай как надо, дай долгу в шоу. Просто глаза закрыл. Блядь, ты что пугаешься? Интересно. Классные у нас врачи, да? Окей, окей, ушла. Окей, окей, ушла. Если что, есть зеленка там, надо. Я не понял.
да, да. Пожил! Окей. Теперь у нас надо объявить победителя. Победил пельмень, поздравим. Нет. Все, просто ничья. Ничья? Да, они били одинаково. Поделим тогда, да? Одинаково. Окей. Пополам. 50-50. Окей? Окей. Gostaria sim de participar mais uma vez. É, não é melhor porque o meu MMA é bom, eu gosto de lutar, fight, sou lutador, graças a Deus. E gostaria sim de voltar mais uma vez. Adorei. Um grande esporte, bem assistido no Brasil todo. E é um prazer estar competindo com uma grande lenda e um cara que é campeão do tapa na cara. No bolo da sua. Ты что скажешь? Супер бой был. Давайте поаплодируем, ребята. Спасибо Камилу Гаджиеву, он что-то скажет тоже. Да, ну, на самом деле, классный бой, я кайфанул. Напряженный и, был, да? Да. И, ну, всех приглашаю, естественно, за него поболеть в ММА. 18 апреля, Москва. Но сейчас все даты... так с опаской. Все мы знаем, почему. И при этом, несмотря на эту ситуацию, вот он, иностранец, человек с другой стороны приехал. Он здесь преодолел очень большой путь. Он летел 48 часов. Для того, чтобы оказаться за этим столом. Это молодец, респект им больше. Поздравляю, все получилось. Hi my dear friend, thank you for watching this video. If you like the fighting, MMA, UFC and slap competitions, don't hesitate to buy a new game, UFC 4. It's a fighting game that you will love this game and it's perfect to buy. If you want to buy it, don't hesitate to check our links below this video for a best purchase on Amazon. Thank you for watching, bye!